Всем хеллоу, с вами Санчоус. И пожилая наркотическая милитаристская жабка Жирнинг, которая скоро весь мир придавит своим огроменным пузом, начиная с Центральной Европы. И это уже совсем скоро, но сейчас я, пожалуй, еще немного всякой наукой позанимаюсь. Потому что потом с этим уродским счетчиком у меня вообще времени не будет. Да и нужно ловить момент, пока милитарюги еще спокойные. А вот потом-то, когда эти черти, их предводитель, властолюбивый, беспощадный, завистливый хитрец, Шорнер начнет сильно бойко бузеть. Это станет такой мощной занозой в объемном Попенгагене Хойеринга, что никакого времени на Сайенс и прочий вермахт не будет. Мутки нужно мутить сейчас, пока этот подзак еще лоялен. Для начала позанимаемся всякой наукой. Тут тоже все достаточно непросто, потому что агрессивная шапка и из Академии всяких либералов хочет понавытаскивать, а они там знатно так расплодились. Приходится для своих правильных техно-жизократов-нацистов отдельные научные органы создавать, еще не зараженные бациллой либерализма. Ой, да ладно вам, я за Германа собрался играть, чтобы понавоюшничать на весь мир. А блин, не управлять научным министерством. Хотя с помощью него еще можно будет милитарюг успокаивать. Что в будущем таки полезно. Но это в будущем. Но все-таки мы эту штуку немного для другого создавали. Вундерваффе там подобная фигня. Будем тогда двигаться к моему любимому, к биоружке. Через народную науку. Я надеюсь, вот эта вот точечка не обозначает, что переводчики своим мастерством тут ивент угробили. С Кагановичем было то же самое. А нет, судя по всему, похоже, все нормально. Ну тогда получается разрабы додики, а не переводчики. Добавляют всякие бесполезные точечки, чтобы меня посмущать. Ай, блин, не успеваю все-таки ГМОшку затестить. Которая мне почему-то военную обязку дает. Интересно, за что? В моем понимании это может быть только так, что мы модифицируем наших милитаристов, чтобы они научились почкованием размножаться. Иначе я немного не понимаю. Но это потом. За жабку наркомана все-таки не из-за науки играют. Хоть она у него и достаточно веселая. Всякие счетчики как бы намекают. Время начать военный план 0. Или о, пора бы уже потихоньку Европку под свой контроль возвращать. Хотя бы ближних соседушек. А иконочки тут все какие красивые. Давайте для начала утихомирим самых бешеных поляков. В прошлый раз именно с них все самое интересное. Интересно и началось. И в этот тоже пусть будет. А чё, пока не будет всяких интересных военных фокусиков? Тупо через скучные решения, ну ладно. Потом все будет интереснее и разнообразней. Особенно со всякими мелкими долбежными горными странами. Даже немного жалко этих пшеков, в которые там раз их аннигилируют 4-й, 5-й. Милитарюги аж писаются от счастья. Наконец-то их с цепи спустили. А то бы уже целый год не воевали. Для воякеров это даже больше, чем слишком. Пока поляков захватываем, можно разобраться с Ослендом. Там как раз таки в местной гражданке наш маленький дружочек Дрекслер победил. Вау, у поляков даже есть армия. Правда, скорее всего, это ненадолго. Так, а таки что там с более проблемными, чем наш Ослинд, землями? У нидерландиков. Там опять какие-то очередные реформисты сидят. Вот же ж развелось их, блин. В ультимативной форме убедим их не быть такими дурачками. А всякие прочие Дании со Словакиями оставим на потом. Раз уж время пока есть, вкачаем ГМОшку. Вот и Польска пала в очередной раз. И что теперь с ней делать? Очевидно, чтобы поляки не восстали вновь и не должно быть никакой Польши. Теперь это просто чуть-чуть увеличенная Пруссия. Вон даже Варшаву переименовали в Гроспруссен. Или что? Что-то типа этого. Ну надо же, какие наглые маленькие голландцы. Не хотят возвращаться в родную гавань. Ну значит, мы тогда их вернем. Заодно и можно наконец-то понакрабиться. Вот оно основание гринганомики. Тупо пол страны мародерим, чтоб полного коллапса избежать. Ля, куда богемию засунули. То-то я удивился, что на нее фокуса нет. Похоже, кзехи даже этого не заслуживают. Только 50 ппшечки и полная аннексия. Теперь там аж наши надстерки. Текс, что там дальше по биоложке? Опять мне манпувер поднимают. Еще и фабрички дают. Тогда и дальше будем двигаться в этом направлении. Да блин, а из-за пары лишних миллионов долларчиков не смогу нормально голландцев интегрировать. Теперь там так и будет какой-то орущий мужик сидеть. Грустно, мне манпуэрчик понадобился бы. Мяса на фронт еще много понадобится. Ай, ладно, и без них обойдусь. Мне и за ГМОшку немало дают. Кстати, о ней. Мирно, а точнее относительно мирно, мы ее уже юзанули. А теперь достижения нашей арийской науки можно и на солдатиках протестировать. Генно-модифицировать старый добрый первентин. И ведь действительно, что может пойти не так? Ну пока все в принципе нормально. Приятненькие милипупсные бабчики. Что-то мне все это напоминает. Нападение на соседей с целью грабежей, всякие улучшающие пилюльки и укольчики для солдат с запрещенными витаминками. Походу мы играем за Дирлевангера, но чутка побольше. И с возможностями поширче. Да, похоже, шутки про жир из меня начинают непроизвольно вылетать. Для полного счастья осталось только всю воду со фтором смешать, чтоб слегка простимулировать население. Наркопровода звучит интересно. Штуки 3 таких можно непосредственно к фюреру подключить, чтобы у него появились новые замечательные идеи. Меры это, конечно, слегка так чуть-чуть спорные. Самую малость. Можно, конечно, все эти тестики с водичкой проводить над недочеловечками с востока, с хрейхскомов. Но зачем, если есть возможность непосредственно гермашку усилить? Пусть это и вызовет небольшой скандальчик. Вау, я эти наркопроводы прям строить могу. И опять это все нужно, чтобы милитарюк утихомиривать. А я-то хотел все население на первентин в жидком виде посадить. Хотя хрен знает, как все эти веселые эксперименты в будущем себя покажут. Может, я вообще катку заруинил. Я хотел еще и армейку покачать. Но перед этим еще с легонца повоюемся. Захватим мелкого карапуза по типу Дании. А Словакия останется на сладкое. И тут свой реформатор. Ура,
родилось же их. Была бы моя воля, я бы всех этих либералов датчанских танками передавил. Но больше, чем нелояльных рейхскомиссаров, которые слишком много о себе возомнили, я ненавижу только милитарюк проклятущих. Так что хреном они увеличение силы. Как-то мало я воюю для агрессора. Ну ничего, для этого и другие варпланы есть. А сейчас совсем все просто. Одним ивентом чубсиков заанексили. Хотя, что еще можно было ожидать от Дании, блин? Ой-ой-ой, да как же так? Удивительно, но оказывается, что подсаживать солдат на агрессивные витамины было плохой идеей. И как-то резко это стало проблемой. Конечно же, можно завершить программку с дебафиками. Ну тут на нацтерках, так что не страшно. Или оставить все как есть, немного позлив милитарюк. Да ладно, что еще плохое в теории может произойти? Да и кто мне тогда вернет честно наворованные с Нидерландов уже потраченные баксики? Будем дальше тестировать. Раз уж многие у нас начались небольшие такие неудачки, немного оттуда отойдем и займемся вермахтом. Именно же этим поцикам мир захватывать, а что-то как-то на них мало внимания обращаю. Разрабы здесь небольшие нашутильщики. Есть взаимноисключающие фокусы, но нигде не написано, что они взаимно исключаются. В общем, выбор между гренадерами и фолкс-гренадерами. Во втором можно манпуверчика побольше поднять. Но мы за это так мощно свою армию ухайдокиваем, что полученным мясом врага даже закидать не получится нормально. А вот с гренадерами ситуация получше. Тут уж можно прям вторым фокусом брать спартанскую дисциплину. Это даже круче тухачика. И там дальше все достаточно неплохо. Если бы тут еще каждый фокус не увеличивал силу милитарюк, я был бы вообще счастлив. Там и так уже все по полной зашкаливает. Но я думаю, немножко на пол шишечки можно еще их усилить. А потом это уже будет проблемой. Пока еще имеется возможность за счет лояльности эту ситуевину подисправить. Благодаря ветке подготовки к финальной войне. Финальной в смысле для всего человечества. Адик там наделал бомбочек. Термоядерных, кобальтовых и прочих таких веселых. Но так как у нас цели помасштабней, нам и стратегического вооружения нужно побольше. И тут, кстати, можно племяша любимого продвинуть. Хрен знает, компетентен он в этих делах или нет, но зато хотя бы лоялен. Приемничек. Пусть с молодых ногтей готовит арийский народ к светлому радиоактивному будущему. Похоже, я немного переборщил с назначением племяша на любые возможные важные военные должности. Милитарюгам это, похоже, не очень нравится. Похоже, время их удовлетворять новыми завоеваниями. Добьем уж план О. Или ноль, я хрен его знает. Для начала попробуем по-хорошему. Старыми добрыми ультиматумами. У меня получается какой-то жирный дипломат. Правда, не очень удачный. Ну ладно, когда еще голландцы бунтовали. Но серьезно, непокоримый словацкий дух, это козюлина или даже скорее бледный опарыш, собирается мне перечить. Я на вас сейчас безумного Шорна распущу. Он в одиночку всем словакам горло поперегрызает. И останется там единственный дженерал среди маунтейнс. Уничтожим эту абоминацию. Так, центральная Европа под нашим контролем. Можно, в принципе, и плана начинать. Но зная, как там много всего будет, чувствую, мне нужно еще армейку поготовить. И науку, но уже военную. Так, вроде бы я просил там замять всю эту историю со стимулирующими немного запрещенными лекарствами в водопроводе. Но похоже, что не очень получилось. Судя по всему, ситуация может немного ухудшиться. По крайней мере, публика уже начинает быть озабоченной. Еще и с Крикс Марине проблемы. Зря я флоту финансирование не урезал. А то черти там какие-то неблагодарные. Свои исследовательские наработки не хотят нормально передавать. Под контроль новых министерств. Ну и хрен с этими лодочниками. Зато вермахт все спокойно передал. Тут, конечно, лигер есть. Интересная такая штучка в духе ультравизионеров. Но пока мы займемся чем-то более простеньким. Тем более отсюда есть путь в вертолетики. А это для меня важнее всяких прочих вундерваффе. Но перед этим нужно пехоте новую снаряжечку подогнать. Тут планеты аж решеньки поделали. И даже задание какое-то. Я бы даже сказал квест. 150 тысяч винтовочек понаделать. А это ведь немало. Ну ладно, сэкономлю пока на разном другом прочем. Ради бафиков. Может и успеем. Да, я много чего ожидал. Но точно не квесты по спаму военной снаряги. Ладно, пока на меня еще не навалили кучу заданий. На производство 5 миллионов черенков от лопат. Время опять заняться войнушкой. А вот и военный план А. Тут объективно всего побольше будет. Так, ну и с кого же начать? Даже вояки хрен знают. Слишком много разного рода возможностей. Начнем с кого-нибудь поближе и одновременно, чтобы это была не Швейцария. Вон, например, хунгры безобидные под боком валяются. Вот с них и начнем. Я бы еще Украиной занялся. Но это, блин, дебильное бесячее задание, из-за которого мне нужно кучу стволов на складах. Не позволяет мне особо сильно их тратить. А они там у себя, к сожалению, успели наплодить дивизий. Вон, даже пиндосы помощь отправили. Так что с большими странами пока обождем. Тут теперь практически на каждое завоевание целая плеяда выборчиков есть. И разные планы вторжения имеются. По типу кровавого штурма или аккуратной операции. И все тому подобное. Да бишь, еще бафиков можно будет получить. Правда, хрен знает, на все время или только на эту операцию. Будем считать, что второе. Ёптить. Мама мия, так это еще даже не конец. Как-то США. Да бишь, сионистские штаты Америки больно буйно Венгрию поддерживают. И не только они. Я надеюсь, так с каждой последующей страной не будет. А то это даже немного страшно. Но хунграм все же международная поддержка не очень помогла. А вот некоторым другим персонажам может. Не зря все же я за армейские и всякие прочие исследования сразу взялся. Я благодаря понатыренному хунграм винтовочкам смог этот тупой квест выполнить. Ну наконец-то, теперь можно заводики на что-то более полезное и интересное кинуть. И дивки новые поделать. А раз уж у меня теперь сил побольше, можно напасть на одну маленькую горную сучку. Да, самым сложным лучше разобраться поскорей. Поготовимся для начала немного. Чтобы потом хоть как-либо успешно в этих горах долбиться. Да и не зря
зря ж я крутые бомбардировщики делал. Забомбим эти тупые скалы до состояния щебня. Ну и можно, в принципе, вторгаться. Главное теперь об этого опасного пупса весь свой вермахт не слить. Опять это дерьмо. Теперь каждый раз будет вылезать по 100 ивентов. Так весь мир поддерживает любую козюльку, которая против меня воюет. Не то что япошки или янки. Даже Болгария поддерживает швейцаров. Правда, я не уверен, что им есть чем. Да даже швейцары помогают швейцарам. Что, кстати, неудивительно. Весь мир идет против мечты одного пухлого веселого пацанчика. Тех, правда, что-то похоже, им общемировая поддержка не сильно помогла. Вот я уже и пробився. Мне показалось, что это все слегка посложнее будет. Ну, с этими пупсиками уже все понятненько. Ля, ведь неплохая такая операция. Получилось даже лучше, чем я думал. Теперь время зачистки. И помародерить знаменитые швейцарские банки. Герингономика работает как часы. Эти дурики теперь еще и сопротивляются. Горцы, блин. Ну и что мне с ними делать? Оккупировать или интегрировать? Ну раз уж голландский манпувер я уже профукал, то теперь тогда мясо будем из Швейцарии выдаивать. Эх, идеальная ситуёвина, чтобы устроить какую-нибудь шибзданутую военную реформу. Но у меня на нее совсем времени нет. Я и так, скорее всего, не успею. Поэтому быстро! Нужно разбираться с украинцами. Интересно, сколько всего пиндосики им дивизии перекинули? Я уже вижу 3 шаблона. И танчики еще. Причем немало. Я надеюсь, все это не из воздуха берется. И США на это своих человечков и бронетехнику тратит. Иначе немного обидно. Благо тут граница уродская. Ладно, я понимаю, греки, сербы, болгары и прочее поддерживают Украину. Ну, Арденштадт, Бургунд? Ну да, ариец, да поможет арийцу. Похоже, Гиммлер решил прикрыть своих настоящих хозяев. Ах, какие же замечательные котелки. На все пиндосярские волонтерские дивизионы, которые почему-то на немецких танках ездят, но неважно. Да мне даже закрывать его не особенно и нужно. Итак, укропы скоро капнут. Нужно просто лишь парочку вертолетных вылетов. Ну и вот как бы и все. Украину еще и раздербанить можно. Часть немчуры переселить на юг. Ну и почему бы, собственно, и не да. Еще и братика Бормана к делу пристроим. А после хохлов пойдем прямо на москалей. Раз уж они тут рядом по соседству. И еще там по пути Крым вернем. Вместе с флотиком. Как раз таки незадолго до вторжения в Англию. Похоже, с Москвой все будет достаточно просто. Русским никто десятки танковых дивизий не кидает. Так что эти точно недолго продержатся. Опа, еще и горцы успокаиваются. Отлично, а то там неприятные были дебафики. Я еще должен был их территории интегрировать, но что-то пока ни хрена. Никто мне манпуверчика не дает. Может, со временем будет. А может, и залагала дура. Вообще, с багами у дикой поездочки мистера Гёринга бывают проблемы. Хотя скачанный сабмод должен ситуацию исправлять. Вроде бы. Все-таки иностранная общественность проснулась. Правда, уже немного поздновато. И я тут, кстати, еще посмотрел. Зяблики на границе со мной неплохо так раскачиваются. От моей агрессивности. Вон, а те же англичашки. Или даже Чмимлер. У него тут пока самые мощные бафы. А не, румыны еще круче. Короче, что-то это. Немного волнует меня вся эта хрень. Британию я хотел оставить на потом. Но похоже, что сейчас придется переться через Ла-Манш. Потому что если они еще забафуются, высадка на их хиленькие острова может стать неплохой такой головной болью. Лучше я прямо сейчас этот вопрос решу. На Скандинавию совсем чутка дней остается. Если мне повезет, я могу и успеть. Но скорее всего хрен там плавал. А не, я только что понял, что я в любом случае не успеваю. Очень даже жаль. Хотя при таких графах, я думаю, это не очень страшно. Похоже, что англичашные дурчики тоже не сдерживают напор. Раз уж высадочку так сразу прошутили. Все-таки пиндосярская помощь не очень-то и помогает. Одновременно уже пора и финку захватывать. К сожалению, поздновато. Отлично, Британия теперь наша. Можно ее и пограбить. И еще тут же заанексим наших маленьких ирландских друзей. И на этом, в принципе, можно пока и завершиться, так как я сейчас не хочу огребать за то, что не успел в Скандинавию вторгнуться. А ну а пока...